so right. Light it up, babe. It's been so long. We'll be right back.
сейчас наших очаровательных моделей. Под ваши, конечно же, громкие, элегантные аплодисменты. Я обязательно каждую из них я обязательно буду представлять. Поэтому я думаю, что зачем оттягивать приятное удовольствие. Тем более, когда сегодня замечательные наши красавицы ждут за дверью, ждут, конечно, своего замечательного выхода. Ну что ж, давайте ваши легкие, элегантные аплодисменты. Поаплодируем, конечно же, маленечко. Давайте ваши аплодисменты, конечно. Итак, я отойду маленечко в сторону, чтобы, конечно же, не загораживать наших моделей. И обязательно, когда мы встречаем наших моделей, обязательно им аплодируем, обязательно их встречаем. Итак, я бы хотел пригласить... Погромче. Давайте, конечно, сделаем погромче. Я бы хотел пригласить сюда нашу первую модель. И, конечно же, под ваши аплодисменты это Безличко Софья. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Встречаю нашу первую модель. Встречаем нашу следующую модель, это Братикова Ольга. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Следующая наша модель это Багаева Оксана. Ваши аплодисменты! Итак, встречаю нашу следующую модель. Это Семенова. Ваши аплодисменты, конечно, Семенова Эльвира. Встречаю нашу следующую модель. Это Алтыбаева Анастасия. Встречаем следующую нашу модель, и это Невзорова Юлия. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Итак, встречаем следующую нашу модель, это Антонова Мирослава. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Итак, идем дальше. Следующая наша модель, это Петрова Маргарита. Итак, встречаем следующую нашу модель, это Васильева Лика. Ну и, конечно, встречаем нашу следующую модель под ваши аплодисменты, Анутьева Софья. Ну что ж, давайте наградим громкими аплодисментами наших очаровательных красавиц, наших сногсшибательных, конечно, моделей. И, конечно же, мы хотели перейти к нашей церемонии награждения. Пожалуйста, Аня. Девочки, я хочу вас поздравить с окончанием нашей модельной школы. У всех разный срок окончания, у всех уже разный опыт за спиной. Кто-то только-только выпустился, кто-то уже имеет возможность участия, реализации, да, опыта и понимания вообще тех перспектив, тех возможностей, которые мы даем, да, тех развития в себе навыков, каких-то умений, которые вы до этого не видели, не замечали в себе.
Я в любом случае, независимо от той цели, с которой вы сегодня здесь, от той цели, с которой вы изначально к нам приходите, всегда говорю о том, что наши двери для вас открыты, о том, что мы всегда рады к сотрудничеству после окончания обучения, и у нас для вас всегда есть возможности, порой складывается так, что вы окончили обучение и там через какой-то период времени захотели в этой сфере реализовываться. И такое бывает, и независимо, сколько времени прошло, да, с момента окончания, то есть вернуться и продолжить, есть возможность всегда, и у нас есть такие примеры. Серьезных контрактов, серьезной работы была вот просто как одна из ситуаций, когда девочка окончила из города Ленинск-Кузнец, в возрасте 11 лет, и через 3 года переехала в Кемерово, выросла в рост, пошла работать по контракту, а на протяжении 3 лет вообще никак себя не проявляла. То есть я к тому, что если вам откликается направление моделинга, с каждым месяцем, с каждым годом мир меняется, требования меняются, и возможности есть абсолютно у каждого, независимо от возраста, роста, внешних параметров. И если вы желаете, мы всегда рады сотрудничеству. И я хочу вам вручить ваши дипломы об окончании и поздравить еще раз. Да, давайте мы еще обязательно, конечно, сделаем одну общую фотографию после вручения наших замечательных дипломов. Да, давайте мы сделаем одну общую фотографию. Чуть-чуть. 18:47.
встречи. Спасибо. Смотри, поделись просто своими впечатлениями, своими эмоциями. Ну, какой дальше ты видишь свой жизненный путь? Давай так. Хорошо, всем привет. Меня зовут Юлия. В моделинге я 14 лет. Из них я давно уже не была закреплена за модельным агентством. Но когда я чисто случайно у моей знакомой наткнулась в аккаунте на съемку, и там была отметка Flash Models, меня это очень заинтересовало. Я спросила у нее: Таня, расскажи, что это? Впервые меня что-то впечатляет. Она мне рассказала о данном агентстве. Я тут же связалась, пошла на полугодовой курс. И что хочу сказать? Век живи, век учись. Во-первых, много чего нового. Повышение квалификации, эмоции. Эти полгода, просто каждое занятие, я не знаю, приходишь с удовольствием, девчонки, атмосфера, да вообще все круто. Что дало, я хочу сказать, вот во время обучения меня заметили в аккаунте Flash Models в Инстаграме, фотограф, пригласила на съемку. Мы фотографировались, и после чего, как-то Анна пишет: пришлите, пожалуйста, фотографии в хорошем качестве для журнала, международного, секундочку. Так вот, мои фотографии с этим фотографом прошли, и меня разместили в международном журнале. Вот, и это, я хочу сказать, начало-начал, это всего лишь начало, дальше будет круче, и я верю в перспективы моего агентства. А давай еще пожелаем, ну, вот, люди, которые будут смотреть, допустим, они вот раздумывают, идти, не идти, вот, что бы ты бы посоветовала? Идти, идти, безусловно. Я, так как повидала много агентств, и хочу сказать, что такого директора, как Анна, это, не знаю, на вес золота, потому что... ей не безразлично, она дает душу и хочет, чтобы подавали. И когда это все совместно, можно творить, можно двигаться дальше. Просто колоссально рубить все, что можно, все обложки журнала, все подиумы, двигаться вперед. Перспектива в данном агентстве есть. И если кто-то думает, думать не надо, нужно брать, записываться и идти. Все, спасибо, все хорошо, все великолепно. Спасибо большое. Привет. Представься сначала, и сразу можно потом поговорить про твои впечатления, вообще эмоции, которые сегодня у тебя выпускной. Мы, естественно, поздравляем тебя. Вот, спасибо. И давай, делись своими впечатлениями, как тебя зовут? Хорошо, меня зовут Анастасия, я из Новокузнецка. Мне 38 лет, я такая возрастная модель. Я в 21 году закончила модельное агентство, и ни капельки об этом не сожалею. Так как это все, понимаете, ну, женские штучки. Вот. Мне кажется, это необходимо каждой девочке. Вот. Очень рада, что у нас директор Анна. И сегодня, когда вот выпускной, я очень рада была познакомиться с девочками с разных, значит, курсов, да. Вот. Я очень счастлива, что я сегодня здесь нахожусь в прелестном платье. Чему ты научилась вот за этот период обучения? То есть что тебе это дало? То есть, может быть, ты увереннее стала там, не знаю, себя чувствовать на сцене, может быть, ты узнала намного больше там разных моментов там, с фотопозированием и так далее. Просто поделись, вот чему ты научилась за этот вот период обучения? Да, конечно, опыт колоссальный. Естественно, я научилась фотопозировать, естественно, я раскрепостилась, естественно, начала думать больше о себе, так как я раньше, допустим, о себе так не заботилась, как до модельного агентства. Я как бы начала понимать о том, что я девушка, и что надо жить как бы ради себя, в том же ради других, естественно. Ну, это круто. Я каждой девочке советую отучиться в модельном агентстве. Желательно флешмобу. Все, спасибо. Спасибо большое за интервью.
А представься, как тебя зовут, сколько тебе лет? Вот давай сначала такой вопрос. Меня зовут Мирослава, мне 10 лет. Я в прошлом году отучилась модельным агентством. Прекрасно. Вот, тебе 10 лет. Ты вот юный подросток, который решил пойти, ну, то есть модельное агентство. Кто тебя привел или что тебя привело? Как ты вот поняла, что ты вот захотела стать моделью? Меня к этому привела мама. Она увидела в Инстаграме эту публикацию модельного агентства, то, что ведутся модели, хотят отучиться. Я пошла. Твои впечатления, вот ты человек, который, допустим, тебя привела мама, вот какой итог, допустим, ты получила, понравилось ли тебе обучение, хотела бы ты продолжать дальше заниматься именно этим? Мне очень понравилось это модельное агентство, я дальше, естественно, буду продолжать, буду стремиться дальше к цели и стану, надеюсь, популярной. Здравствуйте, я та самая мама модели Мирослава, меня зовут Евгения, да, действительно, мы получается, пришли в модельное агентство, увидев ссылку в Инстаграме, что ведется набор. И вот после окончания модельного, как бы у ребенка как-то все пошло потихоньку в гору, скажем так. Нас пригласили поучаствовать в прошлом году, в октябре месяце, в конкурсе «Бал амбассадоров красоты». После «Бала амбассадоров» в ноябре месяце мы участвовать поехали в Москву на новогоднее шоу DMC Music TV. Было участие, был конкурс дизайнеров, мы участвовали в этом конкурсе. Ребенок вот поучаствовал. Были фотопроекты, на фотопроектах также участвовали, также от дизайнера. В этом году мы уже ездили в феврале месяце на съемку клипа с Ромой Неваш, начинающего певца. Также в марте месяце, вот мы, кстати, не так давно, получается, приехали с конкурса Fashion Moscow Fashion Fire. Вот. Мирослава участвовала в двух показах от дизайнеров. Также был фотопроект, она участвовала от дизайнера куклы. Участвовали здесь у нас в фотопроектах в городе Гурьевск императрица Сибири. Ну, в данный момент у нее проходит участие в конкурсе Russian Beauty Kids. Будет окончание 28 апреля. Результаты нам огласят. Участвует в конкурсе от Золотой короны России богини России. Также ждем все результаты. Ну, как бы вот и пытаемся продолжать участвовать. Продвигаемся помаленьку. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Василия Валика. Рассказать... Мне 11 лет. Прекрасно. Рассказать про то, чему вы научились, про то, где вы побывали, в каких конкурсах вы поучаствовали. Вот. Про это все желательно рассказать, если можно, пожалуйста. В 2021 году мы закончили модельное агентство Flash Models. И затем начали принимать активное участие во всевозможных мероприятиях. Первое наше мероприятие проходило в Кемерово на Бале «Амбассадоры красоты». Мы съездили, познакомились с многими людьми, нам это очень понравилось. В следующий раз мы поехали в декабре в Москву на съемки проекта, не проекта, извиняюсь, на съемки «Новогодней ночи» на DMC Music TV. Затем мы посетили снова Москву, это было мероприятие Moscow Fashion Fire 2023. Познакомились также с блогерами, тиктокерами, известными на данный момент. Вот. И не собираемся на этом заканчивать. Также мы посещаем мероприятия, такие как фотопроекты. В 2022 году мы участвовали в фотопроекте «Снежная королева России 2022». Я также принимала участие в этом проекте благодаря дочери и благодаря Flash Models, так как если бы дочь не училась в Flash Models, мы бы туда не попали.
Вот. Следующий фотопроект у нас был «Богиня России» 2023. Также мы в Гурьевске участвовали в фотопроекте «Императрица Сибири» 2023. И мы не собираемся на этом заканчивать. Я думаю, что мы только начинаем. А когда знакомишься с такими людьми, такого, как сказать, статуса, вот, это очень здорово, это прям очень приятно. Я прям советую всем девочкам и женщинам прям пойти отучиться, научиться позировать для того, чтобы тебя просто сфотографировали. Это тебя наряжают, тебя, то есть, накрасят, прическу сделают, ты сама даже этому научишься, и, то есть, это дорогого стоит, это прям супер. Отлично, все, спасибо. Привет, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Здравствуйте, мне 13 лет, меня зовут Софья. Софья, прекрасно. Софья, расскажи нам, пожалуйста, вот ты прошла обучение, расскажи про свои впечатления, чего ты там достигла, какие эмоции ты испытываешь. Вот, расскажи про те проекты, которые у тебя были за это время обучения, пожалуйста. В модельное агентство я пришла для того, чтобы не бояться публики и стать моделью. Пока что никаких проектов не было, но в дальнейшем я хочу, чтобы в дальнейшем буду дальше развиваться. Молодец. Так, а чему ты научилась за время обучения? Научилась правильно ходить, фотопозированию, краситься, делать прическу. И получила от этого много позитивных эмоций. Ну, так, девочки твоего возраста посоветуют, что ты им пойти в модельное агентство. И если да, то по какой причине просто? Да, конечно, чтобы, если это твоя мечта, тем более, чтобы научиться краситься, делать прически. Все, хорошо, спасибо. Одно плечико покажи, чуть-чуть другой стороны посвернись. Угу, все, спасибо. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста, ваше имя, сколько вам лет. И, конечно же, поделитесь своими впечатлениями, своими эмоциями о проекте, о курсе, который вы прошли. Я из города Прокопьевска, мне 50 лет. Когда мне предложили, я долго сомневалась и не знала вообще, зачем мне это нужно. И решила все равно попробовать. Мне было интересно, как вот попробовать себя моделью. Я похудела очень сильно, как-то стала больше как-то себе по-другому относиться и решила как проявить себя. Вот. И когда даже все равно, когда ходила на первые занятия, все равно какие-то сомнения были. А когда вот получила первые съемки профессиональные, я решила, что я точно закончу обязательно и получу диплом, и как-то буду в этом как-то стараться развиваться. Мне стало даже интересно вот, сам процесс вот этот фотосъемки, вот это вот, ходить, как краситься. Я даже раньше вообще не красилась. Практически. Только губки подкрашу, там реснички и все. Хотя уже в возрасте ухаживать-то я всегда за собой ухаживала, но так, чтобы вот как-то светиться на публике, для меня это как-то было даже тяжело, честно говоря. Угу. Что посоветовать тем, которые вот, например, на данный момент раздумывают? Угу. И можно, наверное, типа маленько тут затронуть тему возраста, что, наверное, все-таки модельное агентство, оно все в любом возрасте покорное, наверное, можно да, про да, это тогда. Да, расскажите про это, пожалуйста. Ты чувствуешь себя все равно как модель, и как-то стараешься статус маленько как-то держать, что уже отношение к себе другое совершенно, как-то вот, чем раньше было, больше себя проявляешь себя в чем-то другому. Даже вот ты на съемках, ты видишь себя в разных образах даже, вот, что вот образы даже подбираешь. Это очень интересно. Угу, хорошо, спасибо нравится. Большое вам. Спасибо. Все. Да, отлично, супер. Можно, да, все, спасибо. Теперь вопрос, вот с какой целью вы пришли? Вот вы как-то где-то, может быть, там увидели, где-то рассказал вам кто-то, вот, долго ли вы думали, вот такие вот моменты. Как в моей жизни появился Flash Models, расскажу. Я была в отчаянии, это был декрет, и я себя, наверное, как женщину вообще забыла, потеряла, забила. Вот, поступило предложение, что шокировало, думаю, мне
куда, чего. Попробовала, то есть начала все это дело для повышения самооценки. Просто вспомнить, что я не просто человек, я именно женщина, и вот как-то на этом акцент сделать. По итогу, во время обучения, как вкусы выросли, амбиции появились какие-то, и уже продолжаю путь намного дальше, чем просто для себя. Уже начинаю общаться с людьми, ездить по городам, участвовать в конкурсах разных, что очень меня радует. Как изменилось проект? Ну, то есть, что, допустим, может быть, до проекта вы не делали, а сейчас вы, допустим, делаете? То есть, какие-то вот такие моменты интересные. Самое главное, что вот для меня произошло за время обучения, я наконец-то научилась, мне 30 лет, и я в 30 лет только научилась ухаживать за собой. То есть меня как-то не научили этому в семье, в школе, к сожалению, такого нету. Причем мое мнение, что вот это все, что мы, чему обучались, это прям надо в школьное образование вводить, потому что это уникальные знания, которые должны знать все девочки, все девушки. И вот научилась, в общем, я ухаживаю. Хорошо. Что пожелаете тем, кто раздумывает? Что-что? Тем, кто раздумывает над тем, что пойти, не пойти учиться. Не раздумывать. Однозначно не раздумывать. Просто идти делать это. Не попробуешь, не узнаешь. Есть поговорка, не прочитав книгу, ты не можешь не судить. Вот, просто идешь, учишься. Я такой еще человек, который любит всегда обучаться. И то есть даже уроки, которые мы проходили во время обучения, сейчас мы опять повторяем, сегодня повторяли. И все равно что-то новое узнаешь, что-то вспоминаешь, и очень полезная информация. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам. Шикарно. Тоже на месте еще не... Да, вот прям чуть-чуть покетничать в кадре. Угу. Так, красота. Все, мы готовы. Супер. Расскажите, пожалуйста, вот вы отучились, что это дало и как пришли в модельный бизнес? Всем привет, меня зовут Ольга, я с Прокопьевска, мне 32 года, я мать трех детей. Закончила модельную школу, и мне начали поступать предложения. Я снялась в «Стольнике» журнала города Новокузнецка, и потом в международном журнале «Красивый». У меня как бы дальнейшие перспективы, я планирую дальше развиваться и стать моделью. Угу. Что посоветовать тем, кто думает еще об этом процессе? Ну, хочу сказать, что здесь можно всему многому научиться. Здесь очень красивые и хорошие мастер-классы, хорошие фотографы. Очень много позитивных эмоций получаете. В принципе, процветать модельному агентству. Все, спасибо большое. Ну и тоже в кадре чуть-чуть маленькое кокетство для видео, да. Отлично. Спасибо, достаточно. Вперед. Так, рассказывайте, как вас зовут, сколько вам лет и как попали в модельное место. Меня зовут Маргарита, мне 29 лет. Я из Прокопьевска. Я попала в модельное агентство еще в 2018 году. Тогда только все развивалось, и мне было интересно познать эту всю кухню модельную. И я благодарна Анне за эту возможность. Я всегда думала, что маленьких, таких хрупких девушек не берут. Вот, но мне дали вот такую возможность. Прекрасно. А чему вы научились за этот период, ну, то есть обучение, то есть что это вам дало, ну, то есть, может быть, там как-то что-то произошло такого, что, типа, вы такие, вау. Тогда у меня, в принципе, открылись глаза на позинг и на дефиле. Тогда мы с Аней Караваевой без конца тренировались дефилировать. Все, ладно, все страшно, все хорошо. Все, спасибо. Все, интересно. А вдвоем можно? Все, отлично. Пожалуйста. Мы хотим поблагодарить организаторов. Обязательно Анну выделить. Очень хороший директор, перспективный, много чему научил. Да, очень приятно, что мы лично наконец-то познакомились, потому что во время обучения мы из других городов все, и вот сегодня у нас такой уникальный шанс появился. Дополнительно к этому мы сегодня познакомились
ну, как все познакомились, да, правильно все, с другими, как сказать, и с участниками, да, мы познакомились, тоже очень приятно. С педагогами, с преподавателями познакомились, тоже очень интересный опыт. Много новой информации. Подытожим. Да. Красота, спасет мир. Да. Спасибо. А сделайте вдвоем, это красота спасет мир. Итак. Давайте, 3, 4. Красота спасет мир. Молодцы. Молодцы, спасибо большое, девочки. Чего ты научилась, то есть через что ты прошла, какой опыт у тебя есть, то есть где ты поучаствовала, может быть, там куда-то летала, вот про это расскажи, про то, ну, то есть какой, что это было за... Я зовут Соня, мне 14 лет, я из города Кемерово. Я прошла обучение в модельном агентстве, это большой опыт для меня. Я стала раскрываться, стала уверенной в себе. Меня приглашали на различные рекламные съемки. Это очень круто тем, кто хочет выступать. Это необычно, очень весело, можно сказать. Мы там танцевали, смеялись. В мае у нас будет проходить тоже показ в городе Москва. Расскажи, что за показ, ну, то есть поподробнее. От разных дизайнеров мы будем ходить по подиуму. Это будет большое мероприятие в Кремлевском дворце. Хорошо. Так, ну все, да, наверное, да. Все, спасибо большое. Подвигайся в кадре. Да. Знаешь, что ты можешь сделать еще? Да, да. В кадр, только, в кадр только. Только в кадр. Отлично, супер, все, молодец. Ты плохо выдохнешь, да. Такая напряженная. Ну и крутанись, покажись еще. Молодец, красота. Прекрасно. Все. Все, всех записали? Да. Все, прекрасно. Меня зовут Анна Иванчинцева, я директор модельного агентства и школы моделей Flash Models. И сегодня у нас прошел очередной выпускной бал для выпускниц из разных городов нашей школы моделей. Девочки сегодня на протяжении дня проходили мастер-классы, закрепляли знания, которые они получали уже на протяжении курса обучения, самостоятельно готовились к мероприятию, создавали себе макияжи, прически. Проходили мастер-класс по фотопозированию, вспоминали все позировки, которые они изучали на протяжении курса. И я хочу поблагодарить всех присутствующих, всех родителей, кто нас выбирает, кто сегодня принял участие в мероприятии. А также я хочу поблагодарить всех наших партнеров, кто был сегодня с нами, для нас работал. Это наш фотограф и преподаватель Бугаева Юлия. Это наш преподаватель по макияжу и по прическе Моськина Анна. Это наш прекрасный видеооператор Евгения Рыжикова. Я благодарю нашего партнера прокат платьев «Три принцессы», город Кемерово. Благодарю нашего ведущего Михаила Федотова. Благодарю всех партнеров, кто сегодня был причастен к нашему мероприятию, помогал его организовывать, собирать. Замечательную площадку, на которой мы сейчас находимся, это ресторан «Хавбро». И хочу сказать для наших выпускниц, хотя я им уже сказала при вручении дипломов по поводу дальнейшего нашего сотрудничества и взаимодействия. И также я хочу сказать для тех, кто еще думает и размышляет на тему прихода в школу моделей, прихода в модельное агентство. На сегодняшний день рынок моделинга очень разнообразный, и каждая желающая девушка, женщина, которая хочет себя попробовать в этой сфере, имеет на то все возможности, независимо от своих внешних параметров, параметров фигуры, от цвета волос, количества сантиметров своего роста и других параметров, потому что на сегодня реально абсолютно все. Главное желание, главное внутреннее качество и харизма, которой вы обладаете, и верить в себя, и идти вперед. Приходи к нам, и мы раскроем твои скрытые таланты и научим тебя быть моделью. Да, девочка.
Класс. Отлично, все, супер. Все, есть, спасибо.